Уважаемые любители рок-музыки, доброго вам солнечного утра и нам тоже. Вы знаете, я очень люблю тюленей отдых. Лежать на пляже, отдыхать, смотреть на море, на красивых женщин. Ну, вы знаете, любой мужик это любит, это все. Пивко попивать, ну я пиво не пью, я пью обычно айс-кофе. Но наш неутомимый режиссер и продюсер не дает Волчуку СД тюленям полежать на пляже. И снова труба зовет нас в поход. Какую-то там долину с черепахами, с какими-то страусами, с какими-то акулами. Все туда едем сейчас. Ну и оттуда будем вести вам репортаж. А вы что думали, отоспитесь? Не, не получится. С нашим продюсером и режиссером у вас ничего не выйдет. Будем записывать новую серию своего рок-путешествия по Турции. Уважаемые любители рок-музыки, как я и вам говорил с утра, мы направляемся к местечку Дальян. Это такой небольшой городок. Стоит на берегу моря, залива такого, в который впадает река, которая затем вытекает в море. Там такой происходит переход из пресной воды в морскую. И вот в этом заливе, полуморском, полупресном, полусоленом, живут черепахи различные. Ну вот мы и прибыли в порт Дальян. Здесь можно перекусить на дорожку. И вот на вот те вот вьетнамские лодочки мы сейчас будем погружаться. Но самое главное, если вы будете здесь, не забудьте сходить попысить. На вьетнамских лодках не предусмотрены туалеты. Но это естественно, они маленькие. Погнали занимать лучшие места, чтобы было все видно. Хусейн, куда нам? Да. Куда лучшим людям? Куда? Сюда, пожалуйста, сюда. Побай, сюда. Все хорошие. Здесь лучшие люди, мы к вам идем. Ну, да, самое главное, вы знаете, мы должны тут рядом быть, контролировать процесс. Кресло отдельно приготовили, вот уже сорвало. Капитан любезно разрешил мне потренироваться, потому что буду подменять ее в ходе путешествия. Ну, вы поняли, все. Доверяю, доверяю. Волчуку это доверяют, а только хейтеры мне не доверяют. Говорят, ай, плохая рок-музыка. А кому наггетсы? А люди доверяют. Наггетсы кому? Уважаемые любители рок-музыки, ну отправляемся. Сел на корму, чтобы контролировать ситуацию. Ну, в том числе, конечно, и действия капитана. Но я как опытный моряк, я должен проверять, как действует капитан. Вроде уверенно действует. Им надеется, что не подведет и не посадит нас на мели. Как вам видочек, уважаемые любители рок-музыки? Мне особенно нравятся вот эти лодки, стоят возле причала. Такая экзотика. Прикольно. И наши друзья, это вторая лодка, мы все не поместились в одну. Это вторые, но они отстают. У нас капитан лучше, поймите. Потому что для рок-звезды Волчука СД все самое лучшее. Всю корму мне освободили. А я вам расскажу историю со своей флотской жизнью. Я когда был на корабле, у нас там две вахты. Одна вахта, это когда ты выходишь в море, боевая вахта. Когда мы выходили в море, мы держали вахту на рострах на зенитной артиллерии. А когда стояли у пирса, то Волощук СД был командиром вахтенного поста на юте. Потому что корму по-другому еще называют ют. Так вот, я был командиром вахтенного поста на юте. То есть корабль пришвартовывался к пирсу точно так же, как и здесь. Задом, ну, кормой. И поэтому трап сбрасывали. И когда кто-то заходил на корабль, то я стоял и либо пускал, либо не пускал. Либо, если свои, то пускал. Если не свои, то, конечно, я запрещал проход. Я был вооружен. И когда заходил командир, то ты должен был дать ему отчет. Товарищ там капитан третьего ранга, во время вашего отсутствия на корабле происшествия не случилось. Командир вахтенного поста на юте Волощук СД. Ну, я не Волощук, я говорил матрос Волощук. Вот сейчас я на юте, на своем привычном месте, командир вахтенного поста на юте. Уважаемые любители рок-музыки, но я еще хочу обратить ваше внимание на спасательные средства, которые вот здесь предусмотрены, спасательные жилеты и спасательные круги. На самом деле это обязательное требование на любом корабле. Здесь должно быть именно столько их, сколько пассажиров, ну или моряков на корабле. На современных кораблях это строго соблюдается. Здесь не может быть больше пассажиров, чем спасательных средств. Вы помните, почему на Титанике половина людей погибла? Они считали его непотопляемым. И поэтому пренебрегли количеством шлюпок и спасательных средств.
Люди просто не поместились в то количество шлюпок. Там шторма-то не было. Был штиль тогда. Но люди погибли именно из-за этого, что некуда было поместиться. Поэтому с тех пор строго должно соответствовать количество спасательных средств на корабле и количество моряков. Даже больше должно быть. Вот так вот. И что самое интересное было, когда мы служили, там у нас были еще надувные плотики, такие прям закрывающиеся, ну, как палатки. Они надувались, туда влазило еще 10-20, такие спасательные плотики. Там была даже радиостанция внутри. Но нас что удивляло, когда проходил срок службы, то их просто резали и сжигали. И у нас сердце кровью обливалось. Почему? Потому что вы представляете, что такое для моряка такой плотик с такой входиком таким. То есть для рыбака где-то на озере такой плот иметь. А и в условиях советского дефицита товаров народного потребления, когда ты видел, как берут, разрезают и сжигают на корабле эти плотики, потому что истек срок годности их. Хотя они нормальные, служили бы еще 100 лет. Их резали, уничтожали, потому что безопасность соблюдали в Советском Союзе. А мы смотрели, думали, блин, такой бы плотик, себе куда-нибудь на озеро или на речку. Представляете, так, плавучая такая целая дача, по сути дела, с радиостанцией. Ну, уничтожали. Прям стоял часовой, спускались на берег, резали и сжигали, обливали керосином и сжигали. Вот так вот. Точно так же, как и боеприпасы, отслужившие свой срок годности, хоть они были целые, их тоже уничтожали. Вот так. Ну, разбирали и сдавали назад. На переработку гильзы медные шли на переработку, на переплавку, порох уничтожался. Ну вот, патроны то же самое на переработку. Докладывал командир вахтенного поста на юте матрос Волощук. Информацию вот эту вам, да, надеюсь, интересную. Подъезжаем к центру города Дальяна. Штурман мой, я капитан. Ну, а это рулевой. Капитан корабля. Мне доверили. Штурман. Капитаны наши, бывшие рыбаки. Раньше занимались рыболовством они. Развитое рыболовство было. Но рыбы уже мало стали, потому что съели их. Одни годники, а? Годники, обжираются туристы. Жрали. Обжираются. Обжираются они. Они потому что вкусные. Мы будем надеяться, что хоть черепашьи яйца не поедят, а? Да. Гринпис не даст. Хотя бы Гринпис не даст им. Штурман не даст соврать. Да, мы не разрешаем. Даже черепашьим суп не делаем мы. Нельзя. Черепахи должны размножаться. И мы, русские люди, должны размножаться, то что-то стоит население на месте. Нам тоже надо размножаться. Сам поселок Дальян представляет собой такой рыбацкий и стояночный поселок, где стоят яхты со всего мира. Здесь стоянки люди покупают и арендуют. И в ближайших домах как раз и живут и арендаторы, и местные жители. Поэтому сейчас мы поедем смотреть черепах. Подъезжаем к центру города Дальяна. Уважаемые любители рок-музыки, ну видите, лодочек много. Но им просто не повезло с этим коронавирусом, что подсекли их, конечно, туристический сезон. И большинство из них стоит, конечно. Но, видать, в былые времена здесь туристов было на порядок больше. Ну... Дай бог, чтобы мир победил эту болезнь. И здесь все восстановится. И дай бог, чтобы мы, как страны, как государство, дружили друг с другом, поддерживали, несмотря на различия в вере и понимании в мироощущении. Ну, будем надеяться, что так и будет. И несмотря на нашу огромную военную историю, наше противостояние, которое больше 350 лет длилось. А я вам об этом рассказывал. Будем надеяться, что все будет хорошо. Будем дружить. Мы опять видим вот эти вот гробницы древние. Мы просто удивляем. Вы представляете, сколько труда надо было потратить, чтобы выдолбить это в скале, сделать там несколько комнат, чтобы потом там замуровать живьем вместе с каким-то мертвецом людей и животных. Удивительно. Ресторан Гаретта Гаретта по названию вида черепах. Гаретта Гаретта. Они так и называются, вот эти хищники
большие крупные черепахи. Уважаемые любители рок-музыки, ну видите, пустые рестораны. Ну это с одной стороны нам-то хорошо, конечно, потому что толпы нет. Что здесь все свободно, все хорошо, никто локтями тебя не толкает. А для турков, конечно, это удар по бизнесу, потому что я вам напомню, вам рассказывал, что 50% всего ВВП Турции – это услуги. Ну, а самая большая часть в этих услугах – это, конечно же, туризм. Поэтому, конечно же, это удар по экономике очень сильный. И поэтому очень хочется, чтобы мы диверсифицировали свою экономику все сильнее. Мы это и делаем в последнее время. И уходили от этой нефтегазовой зависимости. И последнее время, да, наша экономика начинает диверсифицироваться. И то, что они хотели сделать нам плохо с санкциями, я имею в виду коллективный Запад, они тем самым интенсифицировали нашу диверсификацию. У нас сельское хозяйство. Мы начали обеспечивать себя полностью курятиной, даже экспортировать начали. И говядиной, и молочными продуктами. И пшеницы стали производить намного больше, чем ранее. И открывать новое производство, в том числе по сжиженному газу, СПГ, заводы начали строить и на Дальнем Востоке, и на Севере, и по производству продукции машиностроения. Но куда нам деваться, нам пришлось. Уважаемые любители рок-музыки, ну вы видите, какая красота. Лодочка, плавучий сад. Прикольно, прикольно. Ну, и все-таки вернусь к этим ликийским гробницам. Но обратите внимание, представляете? Колоссальный труд. Посмотрите, посмотрите. То есть семейные делали склепы. Чем богаче человек, тем выше поднимали в скале вот эти склепы. Их начали построить с 4 века до нашей эры, друзья. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот мы и прибыли на место, в тот заливчик, где водятся черепахи карета-карета, которые находятся в Красной книге, их запрещено вылавливать. Это тупоголовая морская черепаха, исчезающий вид черепах, как в принципе, наверное, и все крупные черепахи, это исчезающие виды. Вот взрослые карета-карета достигают длины где-то до метра и массы до 200 килограммов. Они такого коричневого или оливкового цвета. Они очень древние, потому что их прародителям считается до 200 миллионов лет. Всяких там дискозавров, катилозавров и так далее и тому подобное. Мы здесь приобрели попробовать вареных голубых крабов, которых тоже запрещено вылавливать, потому что они находятся в Красной книге. И вот из остатков, которых мы не доели, мы их будем бросать в воду для того, чтобы привлечь черепах и полюбоваться на них. Сейчас посмотрим, как они выплывают и реагируют на эти остатки крабов. Ну, чем еще интересны черепахи? В принципе, они, как и все живое на земле, пока они молоденькие, они сами представляют собой добычу и пищу для других животных. Кладки они откладывают на берегу, и когда вылупляются яйца, они до 100, до 200 яиц выкладывает одна черепаха, то вот эти маленькие черепашки бегут к морю. И пока они бегут к морю, их пытаются съесть и птицы, и те же голубые крабы, которые сейчас являются их пищей. И разные животные, и когда они добегают до воды, а там появляются и рыбы, и акулки небольшие, они их все пытаются съесть. Выживают где-то 5-10% черепах, которые вырастают в крупных особей. И это мне напоминает, ну, практически все живое. Пока тигренок или львенок молодой, его запросто загрызть может любой шакал. Когда он вырастает, то он может разогнать целую стаю шакалов. Или богомолы. Пока он молодой и нежный, то он является пищей для муравьев. А когда вырастает, то муравьи являются его основной пищей. Вот так и с черепахами. Сначала голубые крабы за ними охотятся, а потом они становятся их основной пищей. Уважаемые любители рок-музыки, но обратите внимание, сзади камыш. Он растет только там, где пресная вода. И я вспоминаю наше детство, как мы ловили не крабов, а раков. А ловили мы их на Самаре. В Днепр впадает Самара, речка такая. И мы как в Днепропетровске, мы с пацанами на велосипедах выезжали в устье Самара. И там вот такие плавни, и вот такие вот камыши вокруг. И а там не глубоко, ну, не знаю, ну и глубоко, ну, 1-2 метра, ну, где-то 1.5, ну, по-разному. И дно такое глиняное, ровное. И мы брали с собой маски и ласты.
И вот так вот ныряешь. Ласты вверху, а ты сам внизу. Вот так вот под углом. И плывешь потихоньку ластами. Так-так-так-так, тихонько, чтобы не воду не разбаламутить, эту глиняную. И там такие сидят, раки такие сидят, так на тебя смотрят. А ты с собой еще берешь сетку. Рак ходит раком задом. Не просто говорят раком стоять, а раком ходить. Ты берешь вот так вот руку и к нему подплываешь. И он так задом-задом прям к тебе в руку заходит. Ты его раз и в сетку. И вот так потом выныриваешь, воздуха захватил, опять туда. Опять ласты сверху. Опять рака увидел, раз, он задом, ты как сам тебе в руку заходит, ты опять его в сетку. И вот так вот мы ловили раков, набирали их целую сетку. Привозили уже потом домой, ну и делили и варили. Поровну. А потом начинали играть в карты. На раков. Ну вот так. Кому больше достанется? Ну вот угадайте, кому больше всего доставалось. Ну конечно же, рокеру Волощуку, будущему рокеру Волощуку СД. Ну я такой, я умел играть в карты, поэтому раки доставались мне. Но я был не жадный, мы варили и ели их все вместе. Уважаемые любители рок-музыки, погнали пробовать крабиков. А есть прямо здесь? Да, на лодке будем кушать. Можно начинать? Откройте коробочку. Можно начинать уже? Да, конечно. Давайте, две, две, две. Подойдите. Еще кому? Уважаемые любители рок-музыки, идемте на корму, на ют. И будем сейчас пробовать, чем отличаются камчатские крабы от голубых турецких. Так, а ну. Что ж тут можно съесть-то? Уважаемые любители рок-музыки, нам предложили побраконьерничать и половить голубых крабов. Вот, на тухлое мясо они, говорят, клюют, бросаю. Уважаемые любители рок-музыки, ну русский человек любит нарушать законы, браконьерничать. И турки, видать, точно такие же. А только они еще на этом наживаются. Но это я вас обманул, потому что после ловли этих крабов их отпускают назад в море. Вот такая вот тут традиция. Но будем надеяться, что нам повезет, что хоть что-нибудь клюнет. Поймаем, не переживайте, от нас не уйдет. Просто без сачка, конечно, его подсечь надо, иначе он сорвется. Он же держится клешней. Без сачка никак. Но сачок один на всю лодку. Уважаемые любители рок-музыки, вот с детства я не любил рыбалку. Вот честно признаюсь, я до сих пор и не перевариваю. Я только любил всегда браконьерские способы добычи рыбы. Но не без взрывчатки только. Только без вот этого, без огнестрела. Какие? Всякие сети, эти экраны. Вот это вот. Мы это в детстве полюбляли. А на удочку сидеть, ну скучно. Сидишь, смотришь туда, пока оно там клюнет. А тут хорошо. Раз, сеточки всякие, бредни. Может быть, поэтому я так люблю бредни, рок-бредни, сочинять для вас. Нравится вам, уважаемые хейтеры? Вам нравятся мои рок-стихотворные бредни? Мне нравится, я обожаю вам отвечать. Пишите мне побольше, я обкакиваю меня пооригинальней. Тогда у меня и ответы оригинальные, вы же поймите. Все зависит от вас, все в ваших руках. Но согласитесь, что получить автограф от самого Волощука СД в виде стихотворной эпиграммы, это дорогого стоит, поэтому старайтесь, уважаемые хейтеры, старайтесь. Я жду всегда ваши комментарии. Вот мой гениальный режиссер и продюсер не даст соврать. Я всегда себе говорю, что-то сегодня мало хейтеров. Некому отвечать. Вот сижу, мучаюсь вечером перед сном. У меня же перед сном привычка отвечать вам, сочинять вам рок-бредни стихотворные. Потом пишите, я всегда жду. Жду вас всегда, уважаемые хейтеры. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Ловитесь, крабики, голубенькие, большие и маленькие. О, не ловятся что-то они. Что-то они не ловятся. Один сорвался, гаденыш. А эти не ловятся. А ну-ка, попробуем еще разок. Подождем, пока распробуют. И так и публика вот скоро распробует на вкус стиль Волощука СД. И буду говорить мало, давай еще. Сейчас говорят, ой, плохо, ой, некрасиво. Но уже проблески появляются. Вот на клипе Камчатка, на клипе Владивосток уже говорят, спасибо, неплохо уже как-то. Хотя они ничем не отличаются, эти песни, от тех, что я пел год назад.
Точно в такой же стилистике. Ну, звук, правда, получше стал чуть-чуть. Работаем над звуком все время. Ловитесь, крабики. Ловитесь. Не ловится, не хочет. Не хочет, а мы еще разок закинем. Лепота, как говорил Иван Васильевич, помните? Лепота. Лепота. Получаю удовольствие от отдыха. И набираюсь эмоций и впечатлений для сочинения будущих шедевров рок-музыки. Никто не сомневается, что мы из Турции привезем шедевры. Уже сочинил один, уже видео записываем для будущего клипа. Ну, чтобы радовать вас, уважаемые хейтеры и уважаемые любители рок-музыки. Мы обязательно используем национальный колорит. Это обязательно, без этого никак. Я надеюсь, вам понравится. Даже турки такого колорита у них нету. Как, почему? Потому что еле нашли феску. Фесок, оказывается, у них нет. Это искать надо было, чтобы фесочку найти. Ну, а турецкую рубашку так не нашли. Нашли только халат турецкий. Но зато богатый, расшитый золотом. Вот это повезло. Он был один-единственный на весь громадный магазин. И будет фигурировать в клипе Волощука СД, который так и будет называться. Еще не придумал, придумаю потом. Жду, пока клюнет, пока не клюет. Туристов слишком много, крабов на всех не хватает. Нехитрое устройство, но работает, видите? Нехитрое, но мудрое, видите? С одной стороны колесико большое, с другой маленькое. Ты не мешаешь. Прям как на спиннинге, четко все раскручивается. Ну, вручную потом накручиваешь. Елена вам помол. А ну, приготовьтесь. Сачок дайте мне. Поймал. Уважаемые любители рок-музыки, ну вы видите, что творится. И черепаха, и я как раз поймал аж целых двух. Гляньте, голубых. Смотрите, какие красавчики. Ну все, двойная удача. Волщуку это только двойная удача. Тройная, вот так вот. Я такие удачи люблю. Вот так. Ну и всем, кто смотрит наш блог и подписан наш аккаунт, тоже передается часть удачи Волощука СД. Так что подписывайтесь, не забывайте, уважаемые любители рок-музыки. И даже хейтеры, подписывайтесь, и вам удача придет. Удача будет преследовать нас. Я поймал краба голубого. Да, будет преследовать удача вас? Подтверждает. Рокер молодой подтверждает, что у нас будет преследовать удача. Раз мы смогли поймать. Отпускайте его. Отпускаю. Не-не-не-не-не-не-не. Хочу его в воду отпустить. Это аквариум. Мне его вообще закусан, он не ест. Там без воды. А вы говорите, что все будет плохо. Не, все будет хорошо. Раз тут Волощук побывал, тут будет богатство. Потому что ко всему, к чему я прикасаюсь, превращается в золото и богатство. Вот. Передаю этот бесценный дар капитану нашего корабля. Мне ничего не жалко. Ничего не жалко. Особенно для капитана корабля. Отдают. Поймал и отдают. Наша. Она уже будет выпускать в море. Она контролирует выпуск. Уважаемые любители рок-музыки, обратите внимание, черепаха. За крабом гоняется она. Ты видишь? Серпин тоже. А, корм наш. Вы видите, что творит? Ой-о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 й
Смотри, что творится. Уважаемые любители музыки, ну, бросаем, приманиваем. Приманиваем, сюда ее, сюда, сюда. Уважаемые любители рок-музыки, ну видите, выпускает весь улов. Такова традиция. То есть эта ловля этих крабов, это просто развлечение. Не для того, чтобы есть их. Поэтому их выпустили все назад. И пойду помогу капитану якорь вытаскивать. Мадам, давайте. Ты тяжелый, блин. Спасибо. Ну а как не помочь капитану корабля? Ну вы что? Мы же русские люди, мы всегда помогаем всем, даже туркам. В ходе этого путешествия предусмотрено плавание
в Эгейском море. Здесь сейчас к пляжу прибываем. Будем плавать, а что делать? Мы же любим это дело. Мы русские, мы же любим плавать. И ходить по морям, по океанам. Уважаемые любители рок-музыки, вот скажите, кто последним сходит с корабля? Вот угадайте. Вы думали, неудачники? Нет. Последним с корабля сходит капитан Волощук СД. Русская рок-звезда. Вот так вот. Поэтому капитан всегда сходит с корабля последним. Погнали плавать в океане. Пошли. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук.